Садыков Максим. Еще что-нибудь? Ну вот, наконец-таки, сбудется мечта спрыгнуть с такой офигенной высоты, как я вижу все внизу. Прыгал один раз с парашютом. Было совсем не так, я там видел, я там то есть не видел, что внизу находится. Тут все видно, тут пострашнее будет. Да, вот есть основное. Да, прыгал неизведанное какое-то, тут все понятно, вон собак даже вижу там снизу. Держать надо, войти вперед и назад. Ну все, ты готов? Да. Давай, дай отсчет. 3, 2, 1. Прыжок. Толчок. Прыжок. Толчок. Прыжок. Ништяк. Хотел бы не держаться за веревку, за вот это вот, но что-то держался за чего-то, видимо, от страха. Я собачку попросил в палку отпустить, но это не беда, походу, не произойдет, ее не отпустишь никогда, такие события. Ну, вообще, блин, я знал, что их не перенес ловить еще.